Всем доброго дня, братцы рыбаки, с вами нано-спиннингист МСК. 25 января сегодня 2020 года. Приехал я на пехорку с Кащеем 696. В надежде половить хоть какую-нибудь беляшечку. Уже утомили меня окуни. Мечтаю половить хоть уклейку какую-нибудь. На все согласен. Пришли Кащея, вторая партия. На следующей неделе начнутся, вернее, они уже начали отправлять этим самым заказчикам. Кому не отправили, отправят на следующей неделе. Водоворотик за плотиной. Мормышку на 3 стоит. И мотыль с Алиэкспресс. Есть, кого тащим. Акушарик. Да. Есть. Ну, в общем, пока только вот такие вот ребята у нас клюют. Вот такой вот мотыль, ребят, я использую на Алье. Купил какой-то копье, он стоит. Вполне себе нормальный мотыль, ароматика присутствует. Воняет он, знаете, чем? Воняет, блин, какими-то вот этой лапшой китайской. Такого плана ароматика. Ну ничего, он, видите, окунь клюет, во всяком случае, на нее. Опа, есть. Кого-то я середины реки поймал. Беляшечка. Так. Уклейка. Ай, ну наконец-то. Ох. Вот это я уже счастлив. О, губы у него уже верхней нет, она такая активная. Активная уклейка-то оказалась. Ну давай. Есть. Вот он. Вот она, кушарик. Ничего. Нормальный кушарик. Для Кащея красота. Хватился. Красавец. Спасибо тебе. Давай. Ароматика китайского мотыля вполне себе. Оп. Вполне себе нормально. Есть. Ух, кто-то хороший, ребят, схватил, а? Кто это, блин? Кто это? 18-й крючок. Ё-моё.
Ух, я видел чей-то бок. Неужели щука? Да. Я даже не достану, наверное. Хоть посмотреть, что за рыба. На китайского мотыля тут схватила у меня. Покажись. Ух, какая-то хорошая хрюшка-то. Я видел бок большой. Мне показалось, что это щука. Но я могу ошибаться. Ух. Так, а как его, если что, доставать? Не знаю. Буду просить сейчас человека. Ну, покажись хотя бы. Рыб, покажись. Мне для фото. Полюбас отпущу тебя. Боюсь дальше затягивать. О, щука. Хорошая щука, а? Ага. Хорошая щука. Блин, ну я ее не достану. Есть только хорошая щука. Все видели щуку? Если только ее волоком тащить. Что, наверное, нереально. Тут к ней даже не подступишься никак. Можно так навернуться, что мало не покажется. Подсвечника нету? Щуку поймал, да. Ну, а я боюсь, я тут даже и не достану. А подсак-то есть в машине, кстати. Ну, я уже за ним не пойду. Давай так пробовать ее доставать. А? А, тут такой... А у меня очень тонкий шнур. Угу. Все, все. Ушло. Ага. Перетерло. Ну ничего страшного. Мне главное. На мормышку? А? Ну, да, на маленькую мормышку. Блин, наверное, стоит там совсем. Ага, да. Хрен с ней. 0,4. Главное, а? 0,1. По Японии 0,1. Да. А так она 0,06, по-моему, или 0,05, что-то такое. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю рыбалку. Сегодня неважно клюет. Ну что, вот этот мотыль с Алиэкспресс, вполне жизнеспособная приманка. Ссылочку оставлю под видео. Все, всем хороших рыбалок, всем удачи, до свидания, пока.